конкурс дети читают стихи, исполняет частный Янислав, 16 лет, город Южно-Сахалинск, произведение Владимира Высоцкого, певец у микрофона. Я весь в свету, доступен всем глазам, я приступил к привычной процедуре, я к микрофону встал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру, да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выправит кривую. Он бестия, потоньше острия, слух безотказен, слышит фальшь да йоты. Ему плевать, что не в ударе я, но пусть я верно выпиваю ноты. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. На шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он. Я должен петь до одури, до смерти. Не шевелись, не двигайся, не смей. Я видел жало, ты змея, я знаю. А я сегодня заклинатель змей. Я не пою, я кобру заклинаю. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Прожорлив он, и с жадностью птенца он изо рта выхватывает звуки. Он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки. Опять не будет этому конца, что есть мой микрофон, кто мне ответит? Теперь он как лампада у лица, но я не свят, и микрофон не светит. Мелодии мои попроще гам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона, мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара.